давай. И жили они долго и счастливо. Алло, дорогая, со мной все в порядке. Может, встретимся и выпьем по чашечке экспрессо? Да у тебя шокер должен быть, блин. В общем, со мной же все... О, блин. Давай! 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 Дайте это сюда! Что вы делаете? Да что вы делаете? Что вы делаете? Как долго вы это делаете? Что вы делаете? Что вы делаете, а? Зачем? Зачем вы покупаете растишку? Зачем? Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Да что происходит с вами? Что ж такое-то? Я не могу, я здесь схватываю его просто. Мне 7 лет! Блять, а что я говорю? Сектор приз на барабане. Блять. Блять, ну и гравитация в этой кровати. Дорогой Скон, мне очень неприятно с тобой работать. И нам придется с тобой расстаться. Это взаимно. Видимо, потому что мой отец бил тебя. Мой отец страхал твоего отца. Однако. Серьезно? Черные карты будут счастливым? То есть, да дай... Давай еще раз. Черная карта значит, что ты потеряешь девушку. И все. И на этом конец. И жизнь твоя в жопе. Черная карта. Будешь счастливым. Сука, извини. Давай. Счастливым. Давай. Узнаем будущее твое, парень. Будешь смеяться, блять, извини. Давай. Черная карта. Будешь счастливым. Сука, такой тупой жест, прости. Очень смешно. Он первый засмеялся, у меня писька грязная почему-то. Узнаем будущее твое, парень. Че ты смеешься? Я даже начать не могу нормально. Ублюдок, ну хватит. Че, почему я смеюсь? Да даже шутки, блядь, никакой нет. Блядь. Это какой-то ад, блядь. Да что? Не надо смеяться. Шо, уже не смешное? О. Ну пиздец, как хоть ты еще не смотрел этот кал. С киткатом, блядь, диваном прибивает чувака. Сержант Писечка, чувак, блядь, просто пиздец, кто такой мог придумать. Узнаем будущее, твое парень. Черная карта. Будешь счастливым. Тебя кинет девушка, ты разочаруешься в жизни, отправишься в Японию в поисках себя. Там купишь амулет счастья. Как дешево я куплю счастье. И во время радиации... я прочитаю твой смс. Ты сможешь путешествовать между пространством и временем, и там встретишь себя из параллельной вселенной, и... Который не будет смеяться. Миша, вот чуть-чуть. Блять, ну почему у нас задачи такие сидят? Ладно. Блять, да что это за теннис какой-то? Ребят. Узнаем будущее, твое парень. Черная карта. Будешь счастлив. Да ёб твою мать. Узнаем бу... Сука! Узнаем будущее, твое... Да ёб твою... Прости, никогда такого не было. Ты сейчас что-то смеешь. Подожди. Я думал, как бизарно. Моторная лодка, блядь, завелась. Ничего. Может, ну нахуй? Серьезно, даже так? Даже так, чувак, это еще идиотизм. Ты просто пойми. Все, хорошо. Давай, давай нормально. Я не знаю. Давай нормально, все, пишем. Я тоже ржать начинаю.
Я ничего не могу сделать. Я тоже пытаюсь, я начинаю ржать. Я пытаюсь бороться с этой хуйней. Давай, давай. Слушай, может быть здесь что-то, блядь, в окно пустили, я не понимаю. Не может быть так, чтобы мы просто ржали. Это какая-то полная ебсь. Ну серьезно, мы даже не пошутили, никто ни разу не смешно. Ну почему надо на... Что, блядь? Ладно, давай. Давайте. Нет. Не можем заткнуться, я не могу. Вот я сейчас начну, и я опять зарву. Серьезно. Видишь? Мудак, блядь. Миша, ты бенище бьешь? Женщина, ты даже не представляешь, как сильно я люблю бенище. Да? Да.